Слава богу, я спела наконец эту песню. Это просто вынос мозга. Это злополучная композиция. Мы ее делали больше месяца, я ее еле пела, но в итоге получилось вроде бы достойно. Колдунья, она, понимаешь, ведунья. Да. Зовет себя как нравится. А возраст у девушки? Ей 8 тысяч лет. Сама ты. Посмотришь на нее, красавица. Так. Вот такая вот у нас колдушечка. Вот она там готовится. Так, 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 рабочий момент. Да. В общем-то, я не могу сказать, что там очень тяжело, но хотелось именно нащупать то состояние, то настроение, которое соответствует. Нет, это грамми. 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 Это уже грамми? Да. Быстро. Чтобы соответствовать. 3 грамми. Характеру нашего персонажа. Ну, сейчас посмотрим. Начнем? Ну, нащупали. Нащупали? Давай. Включи еще разок. Юль, давай мы вот эти нотки, смотри, как споем. Колдунья люблю и пою часто в этом духе, и, в общем-то, мне близко. Поэтому это должно было быть достаточно мрачно, готично, зло, но в то же время... Поцелуй ветра моей воды, ждем, что скажет народ, когда услышит. Да. Но вроде композитор доволен. Шикарно. А уж если начну я печалиться, будет болеть морей нескончаемо. Каркасон, Каркасон, призрак самых великих времен. Быть легендой приговорен, заговорен, заговорен, заговорен. Спасибо тебе за запись. Спасибо, молодец, молодец. Спасибо. Требую продолжения банкета.